светом начнут мигать. Чтоб фонарь выключил. На ближний переключись, Рома. На, ибо боюсь этого слова, черном. Мое. Вот. Чтобы ему там отдыхалось вообще, чтобы волны были большими, понимаешь? Обрезаю его и кайф закончил, да? Ну, не чтобы такая, всю ночь отдыхалось. И кота напала. Просто все закрыто, все бумаги. Все понятно. Он говорит, единственное, хотите, я могу до Нового Лисана с какого-нибудь бросить, но это 30 километров. Там, говорит, точно должна быть точно. А как обратно поедешь? Точно так же. На попутках. Каким образом? Точно так же, но попутка. Ну а что делать? Ну давайте кто-нибудь другой поедет, я с машиной буду здесь стоять. На, все еду. Ну там задраено нахуй. На, все. Подкассетник. Прощайте, братья. Да, я не знаю. Что ты тут это? Подожди, это самое. Километров 30, да, на Новый Александр? А чем у потом доехать? У вас никакой службы нет, типа 911 заедешь. Ну а что делать? Заплатим. Мы сейчас где находимся, скажите? Мы сейчас забили на Александровском. На две Солнечнодольск. А? Вот Солнечнодольск разбил. Ну передавай, вот если точно, вот всем отпускаю. Развилка на Солнечнодольск, да, идет? Да, передовой. Уходит последняя неделя. Наезжает. На море. На море, да? Берег кошмар. Ночью. У багажника колбасы и там пиво. Давайте, раз, давай. Два, три, меня. Еще раз. Приготовились. Раз, два. А у нас ноги уронили. Тупанули. Ой, тупанули, да. Давай. Ну ладно. Да хватит. Ну это каркаде или что-то варитет. Не, ну давай, давай, один раз. Давайте в одну сторону, влево. Влево пока. Так, сделали серьезный физиономию. Смотрим на небо. На Марс. Где Марс? Марс исчез уже. Давайте, давайте. Раз, два, ой. Я тормознул, я на бар. А вообще-то грустно. Да. Я могу себе представить. 12 часов ночи едет на машине по дороге.